По телевизору с утра до вечера идут мультфильмы. Не хочешь смотреть? Можешь поиграть или порисовать. Это не описание детского рая, а будни обычной городской поликлиники номер 1 на улице Льва Толстого. Комфортные условия созданы для того, чтобы ожидание в очереди не казалось утомительным. Хотя и долгих очередей в лечебном учреждении для самых маленьких не наблюдается. Такие условия характерны для всех детских поликлиник правобережья, приводимых к единому стандарту. Рисунки на стенах, окрашенных в яркие приятные цвета. Самое современное оборудование, от которого не приходится плакать. Пандусы и созданная рукотворно-безбарьерная среда. Только на этом медики не останавливаются. Мы сегодня видим проблему в части того, что необходимо дать возможность родителям посещать и ухаживать за детьми, находящимися в реанимации, в тяжелом состоянии. И мы реализуем на сегодняшний день федеральный проект, и опять же под эгидой «Единой России» в рамках доступной медицины – это открытая реанимация. Когда будут созданы достойные условия для родителей, которые могут посещать детей в реанимации, они могут и отдохнуть, и, соответственно, после прохождение школы родителей, быть рядом с своим ребенком. Жизнь медучреждений для ребят продолжает улучшаться на наших глазах. И дело не только в проводимом ремонте, дело в отношении. С поликлиники на Льва Толстого решил запустить свою инициативу партии «Единой России» – организацию небольших библиотек. Родители смогут посчитать своим отпрыском и провести время за общим семейным занятием. Политика власти, политика правительства, губернатор Ульяновской области, «Единой России» направлена на то, чтобы продолжить ту динамику, тот темп роста, с которым сейчас лечебное учреждение приводится в свое нормальное, качественное состояние для создания наиболее комфортных условий пребывания пациентов и сопровождающих лиц в лечебных учреждениях. Болеть неприятно в любом возрасте. И главное, облегчить положение тех, у кого возникли проблемы со здоровьем. Особенно это важно, когда речь идет о самых маленьких пациентах. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.